В Павлодарской области в котловане, куда провалился автобус с людьми, нашли новые предметы. На этот раз это каска спасателя, ручная радиостанция и кусок дверцы от рухнувшей машины. Поисковики сейчас работают на глубине почти 64 метров. Трагедия произошла еще 4 января. Под землей оказались 4 человека вместе с автобусом. Грунт обвалился и образовался котлован глубиной 150 метров. Тела двоих нашли практически сразу, еще двоих ищут до сих пор, как и сам автобус. В ДЧС сегодня снова заявили, что сотрудники работают с высоким риском. Грунт постоянно осыпается. Но пока от поисков не отказываются. В понедельник спасатели обнаружили на месте обвала колесо от автобуса. Оно было завалено каменными плитами. И вот очередные находки. Кому из мужчин принадлежат найденные предметы, пока, правда, не ясно.